Добрый вечер, мои дорогие. Сегодня я хочу прочитать вам сказку «Солдатская шинель». Говорил барин с солдатом. Стал солдат хвалить свою шинель. Когда мне нужно спать, постелю я шинель, и в голову положу шинель, и покрою шинелью. Стал барин просить солдата продать ему шинель. Вот они за 25 рублей сговорились. Пришел барин домой, говорит жене, какую я вещь купил, теперь мне не нужно ни перины, ни подушки, ни одеяла. Постелю шинель, в головах положу шинель и одену с шинелью. Жена стала его бронить. Ну как же ты будешь спать? И точно барин постелил шинель в голову, положить и одеться нечем, да и лежать неудобно, жестко. Пошел барин к полковнику, командиру, жаловаться на солдата. Командир велел позвать солдата. Привели солдата. «Что ж ты, брат, — говорит командир, — обманул барина?» «Никак нет, ваше благородие, — отвечает солдат. Взял солдат шинель, расстелил, голову положил на рукав, накрылся полою. Куда как хорошо, — говорит, — на шинели после похода биться. Полковник, командир, похвалил солдата и дал ему еще на чарочку. А барину сказал, кто работает да устает, тот и на камне спит, а кто ничего не делает, тот и на перине не уснет. А сейчас, мои дорогие, я вам желаю спокойной ночи.